На очередном 63-м заседании Совета депутатов городского округа Щелково ежегодный отчет представил глава муниципалитета Андрей Булгаков. Ранее депутатам был направлен документ для подробного ознакомления более чем на 100 листах. На заседании Андрей Алексеевич тезисно рассказал о самых важных моментах из жизни округа, которые произошли за год в самых разных сферах – от ЖКХ, благоустройства, экологии до образования, культуры и спорта. Главный показатель деятельности администрации, конечно же, исполнение доходной части бюджета. Стабильность и устойчивость бюджета Щелково выражается в отсутствии на протяжении последних лет прямого муниципального долга, муниципальных гарантий и неисполненных обязательств. Среди всех городских округов Московской области этим могут похвастаться лишь 13 муниципалитетов. В завершении своего доклада глава округа поблагодарил коллег-депутатов за плодотворную совместную работу и пообщался в формате диалога. По количеству встреч, которые у меня есть по отчетности совместно с депутатами на территории, я во дворах и на встречах, мы провели колоссальную работу. Большинством голосов деятельность главы и администрации городского округа Щелково за 2022 год депутаты признали удовлетворительной.